Окей, у меня никогда не было клаустрофобии, но кажется, сегодня это изменится, потому что я просто не могу, эта комната слишком тесная. Но, ребята, это карта от подписчика с модом Create и с модом Security Craft. Что в последнее время происходит? Все карты с модом Create и с какими-то другими модами. Это просто шикарно. Я обожаю, обожаю и еще раз обожаю карты с различными модами. И тем более такими, как Create и Security Craft. Поэтому мы посмотрим, что это за такая карта. Том компьютер Ultra RTX, много FPS. Окей. Я честно не знаю, что ждать от этой карты. Поэтому я надеюсь, вам понравится видос. Вы поддержите его вашим Лукасом. А вверх, если мы набираем 13,5 с 1/4, с 13-18 лайками, то будет просто класс. Ну и рандомный комментарий у нас залетает от мистера Крипера, который пишет: «Слушай, Кейн, ты не против, что я смотрю тебя без подписки?» Ладно, шучу, я уже подписался. Ну-ка, не шали мне тут, мистер Крипер. Ты же знаешь, что говорят великие философы. Не подписался без носа остался. А, неважно, окей, поехали. Что здесь происходит? Что я делаю? Куда я иду? Куда? Стоп, я... Ага. Я в креативе. Я в комнате, из которой нету выхода. Тут все черное. Что? Погодите, это точно карта? Я то скачал? Одну секунду, ребят, одну секунду. Я открыл карту и заспаунился здесь. Я думал, это начальное лобби. А возможно, это не оно. Окей. Ребят, ну смотрите, как бы, вот если подняться, тут, как бы, наверное, вот это лобби. Я предполагаю, нажми, чтобы начать. Окей. Погодите, что у нас здесь? Ага. Кстати, подписчика зовут Доксисбок. Доксисбок, а почему я заспаунился в какой-то странной комнате внизу этого места? Может быть, я должен был здесь заспауниться, просто спампоинт немножко сломался? Неважно. Гоу приступать. Инфа обо мне, давайте инфа о тебе. А имя Богдан, ник Доксисбок, или же Доксисбок, возраст 11 лет, живу в Москве. Спасибо тебе большое за инфу, теперь мы знаем, кто ты. Я вижу 100 страниц. Когда я вижу 100 страниц, я хочу взять стол и откусить просто ножку у этого стола. Окей. Так как столу удалось от Кейна убежать, он начал искать другую работу и почему-то решил работать на заводе анонимусов. А вот что было дальше, ты сейчас узнаешь. Окей. Итак, спустя 3 дня Канеус наконец-то домотал до 100-й страницы, чтобы увидеть следующую надпись. Спасибо. Правило. Не ломать карту, не читерить, ломать там, где надо. Ломать там, где надо. Окей, хорошо. Прорисовка FPS как хочешь. Соблюдать правила. Соблюдать 5-е правило. Ага. Не будешь слушаться, стул укусит. Стоп, я только что сказал про то, что я укушу стол. Чуточка. Автор меня слышит? Окей, неважно. Я так понимаю, мы что, играем в выживание, наверное? Раз мне говорили про то, что я буду ломать блоки. Я думаю, как приступать. Holy shit. Это что здесь происходит? Это что здесь творится-то такое? Дайте звук потише сделать, слишком громкие эти поршни. Но... куда? Что мы делаем? Где мы начинаем? Наверное, здесь? What? Что? Как и сюда? Я не понял, что произошло, но я здесь. Хорошо, нам нужно куда-то... Нам нужно наверняка наверх запаркурить. Тут что-то выдвигается, нет? Вот что выдвигается. Теперь вот сюда. Аж Майнкрафт лагает, друзья. Возможно, из-за того, что много чанков, но... Походу, слишком много механизмов, или что здесь происходит? Короче, друзья, окей. Гоу наверх. Гоу вот сюда. И гоу вот сюда. Взять топор и кирку, чтобы сбежать, или... Погодите, или... Или проходить паркур дальше. Копать тут. Я возьму топор и кирку, но я буду проходить дальше. Вы думаете, я нуб? Вы думаете, я не смогу пройти паркур, чтобы сбежать по-честному? Вы кто такие? Вы что о себе... Нет, точнее, вы что обо мне возомнили? Вы же знаете, кто я такой. Погодите, я прошел, это было все. Окей. Найс. Здрасте. Оу, бом. Ты хорошо справился со своей работой. What the fuck? Это ч... Вы это слышите? У меня это было слишком... Окей. Я не знаю, как это было на видео. Но я чуть не сошел с ума. Я телепортируюсь обратно в лобби. Что-то было написано. Ты хорошо справился со своей работой, но ты увидел секретные технологии и слуги, вынуждены тебя убить. Окей. Ясненько, а дальше что? Дальше что? Погодите. Окей. Что если я снова сюда телепортируюсь? Слуги? Слуги еще живы. Одну секунду, а что я должен сделать-то тогда? О май гад. О май гад, они все здесь. О май гад. Ребята, я запутался в этой карте. Я не понимаю, что происходит. Окей, одну секунду. Нажми, чтобы начать. Может быть, мне все-таки надо прокопаться туда, куда мне сказано было. Давайте посмотрим. Раз, два. Воу. Ребят, я не понимаю. Я не понимаю эту карту.
А, я понял, откуда звук-то был. Из Security Craft. Точно, точно, точно. Для чего же мне еще попросили установить... Они продолжают падать! Они продолжают падать. Живи, живи, Кень, живи. Теперь вот сюда. Уйди, 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 уйди! Я не понимаю. Ребята, не продолжают спавнить друг друга. Они встают на эту плиту и спавнят еще больше зомби. Окей. Реактор. А что мне надо сделать-то, я не понимаю. Что мне надо сделать-то, я не понимаю. Окей, я попробую еще раз пройти. О нет, 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 о нет. Ребят, 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 не пришлось читерить, не пришлось до сюда добраться. Любым другим способом. Стоп. Все-таки надо было копать. Все-таки надо было копать. Да, ребята, включу креатив. Сори, потому что я реально не понимал, что происходит. Я реально не понимал. Я не знал, что мне нужно будет в итоге все-таки сюда копать. Окей, 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 мы куда-то все-таки попали. Я просто надеюсь, что это не будет конец карты. Мне хочется еще попроходить. Это необычная карта. Иди. Я на свободе. Иди по алмазным блокам. Турю, 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 турю. Идем, 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 идем. У, нас ведут куда-то в дом. Погоди, я вижу какую-то комнату. Пожалуй, тут поживу. Хорошо, что тут есть и ноутбук. Стол и ноутбук. Окей. Нажми, чтобы начать записывать видео. What? Всем привет, дорогие друзья. С вами снова я, Кейн. И сегодня мы будем играть в замейку, потому что старый стол убежал. Короче, там долгая история. Окей. Прочесть комменты, нажать на кнопку. Спидранер 28. Фу, скатился. Крипер. Где Майнкрафт? Левый носок. Кто любит мяму Луик? Спонсор. Кейн, что с тобой стало? Где Майнкрафт? Только не уходи с Ютуба. Кто-то мне шепчет. Ты хорошо справился со своей работой. А, это предыдущие зомби все еще нажимают на плиту. Окей, я почитал комменты, что у нас здесь. А, погодите, я запил. Холодильник. Еда. Эх, если бы я не бил стол, плачу. Типа стол от меня убежал. Да погодите, я точно все здесь посмотрел. Это довольно-таки прикольно. Это типа экран, я так понимаю. Я почитал комменты. Я типа записал видос. Окей, вот это оригинально, вот этого я не ожидал. Так, идем дальше, по тропинке. Теперь мы идем в какую-то кирпичную комнату. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас там. Погодите, это не комната, это стена. Ха, стол. Ты что здесь делаешь? О боже мой, сколько текста. Стол, стол, это ты. Стол говорит, зачем ты сюда пришел? Не бей меня. Я пришел извиниться за те пытки. Давай лучше пойдем домой, ты ведь знаешь, где наш дом. Стол Кейна, нет. А кто знает? Стол Кейна. Ну, стул, наверное. Звонит стулу. Стол Кейна. Алло, стул Кейна. Что надо? Кстати, Кейн пошел к анонимусам работать. Стол Кейна. В смысле? Он же тут. Кейн. Мне пора завести нормальных друзей, а не друзей мебель. Стол и стул. Стол Кейна. Короче, можешь нас подвести. Мы на координатах. 378. Окей. Стол Кейна. Окей, ждите меня. Сбрасывает звонок. Стол Кейна. Окей, он скоро придет. Кейн, окей. Че я только что прочитал? Это че за... Это, наверное, самый дикий диалог. О! Который я когда-либо видел. Окей, что это такое? Бибика Ламборджини. А, Бибика Ламборджини. Ехать. Куда? А, мы приехали за... Погодите. Я здесь был. Я здесь был. Что мне надо сделать? Погодите, мне нужно забрать... What? Окей, я ломаю, я буду ломать, потому что я здесь уже был, я здесь не нашел выхода. Погодите, я ничего не вижу. О май гад, я все сломал. Это был финал карты? Ребят, я не понял, это был финал карты. Я ничего не понял, но это было очень интересно. Погодите, я точно все прошел? Давайте посмотрим, я точно все комнаты увидел? Вроде бы да. А это что такое? Это что за... Окей, это какой-то тест. Здесь тоже какой-то тест. Вот здесь мы были. О, май гад, окей, понятно. Здесь мы записали видос. И здесь мы тоже были. Окей, я походу прошел всю карту, это был конец. Это было необычно, подписчик, что я могу сказать. Это было очень необычно. Но продолжаю в том же духе. Я обожаю очень рандомные карты в таком стиле. Было довольно-таки забавно. Но единственное то, что меня... вот иногда я запутывался, потому что я начал вот здесь карту. Погодите, что здесь? Командный блок? А, нет, здесь нет ничего, окей. Поэтому что ж, ребят, надеюсь, вам понравился сегодняшний видос. Го, взорвем здесь все к черту. Нужно взорвать всех этих зомби, потому что они мне надоели. Они спавнятся и спавнятся и спавнятся и спавнятся. Поэтому го, мы сделаем следующее. Мы сделаем фил. Вот сюда. Теперь мы улетим наверх. И где-нибудь вот до сюда. Опять этот звук. Они не перестают нажимать. Они не перестают нажимать на эту чертову плиту. Одну секунду. Изи, изи, друзья, изи, просто изи, найс, наконец-то.
А, надеюсь, мы этим самым прикончили всех зомби. Почти, да? Более-менее. А, всех прикончили. Окей, вот это понимаю. А что за реактор? Он что-то из себя представляет? Я думаю, нет. Изи. Ребят, надеюсь, вы поддержите вашу лукса вверх этот видос. Подписывайтесь на канал, жмите колокольцы, бубенцы. А с вами был мистер Кокос. Всем пока.